Здравствуйте! Сегодня рассмотрим программу Anvir Task Manager. Она разработана русскоязычными пользователями, ну и скажем так, для русскоязычных пользователей. Поэтому все ее настройки, они максимальную адаптацию именно под нас имеют, под русскоязычных. Хорошая очень поддержка русского языка. Нажимаете «Сохранить». И у вас будет вот такой вот архив. Вы его распакуете. И перейдете в папку саму. И запустите либо 64 бита, либо... Нет, даже вот этот ярлычок запустите. Программка запустит. Вот. Ну и сразу же она начнет проверять, что у нас здесь есть в автозагрузке, да? Какие программы, жмете разрешить. Все, что у нас имеется. И смотрите, здесь все файлы, которые сейчас в автозагрузке у нас присутствуют. Например, я всегда отключаю Google Updater. Advar Tray мне нужен. Это мне все нужно. Вот эти все программы мне все нужны. Вот. NVIDIA. И просматриваем, что же у нас здесь лишнее. То есть, если здесь есть вирусы, то здесь будут лишние файлы. Вот выдает безопасность, ну примерно. То есть этот можно отключить. И у нас на карантине вот два файла. Мы можем их обратно включить. Также у нас можно отдельно по сервисам посмотреть, какие сервисы запущены, и отключить их, если вам что-то не нравится. Вот апдейтер, пожалуйста. Ну, какие службы нам еще, например, не нужны? Ну, к примеру, Google мы отключили. Затем мы отключили офисное приложение, апдейтер. Если нам нужно, мы сами обновим, нам он ни к чему. Далее. Мы можем, в принципе, отключить Skype Updater. Тоже ни к чему нам, только лишние ресурсы потребляет. Ну и мы можем отключить даже вот этот вот сервис. Live Updater, непонятное происхождение, то ли... Майкрософтовский, но что-то не похоже. Давайте его отключим. Вот. Все остальное, в принципе, трогать не стоит. На свой страх и риск вы это все делаете. Вот я то знаю, что я делаю. А вы можете наклацать такого, что потом у вас не запустятся программы. В основном программы не трогайте. Трогайте только какие-то апдейтерс, как я вот вам показал, которые лишний раз висят в системе. Они не очень-то и нужны, в принципе. Расширенная загрузка. Здесь вам вообще поначалу делать нечего. Вы должны изучать, что это, как оно работает, и только после этого здесь что-то менять. Новые элементы – это, естественно, новые элементы. А карантин – это все, что вы отключили. Вы можете это все включить обратно, разрешить, то есть. Вот. В принципе, вот такая вот несложная программа. Здесь есть настройка. Можно ее вместе с Windows запускать. Нажмем «ОК». Можно иконку в трей свернуть вот сюда. Ну, в принципе, и все. Программа очень проста, очень функциональна. И, как по мне, достаточно хороша.
Особенно в сравнении с зарубежными аналогами, это System Explorer. По-моему, эта программа намного удобнее и имеет хорошую поддержку русского языка. Вот здесь у нас именно по, видите, по категориям все распределено, очень удобно. Вы можете что угодно включать, отключать и так далее. Можете какой-то процесс, по-моему, даже проверить на сайте, да, VirusTotal. Что очень удобно, в принципе. Сейчас открывается браузер и будет проверка. Ну вот смотрите, файл проверился, да, и вирусов никаких не обнаружено. То есть все в порядке. И вот опять же, незнакомый процесс, вот карантин, давайте, вот мне этот процесс, например, не знаком. Я хочу его проверить. И смотрите, какая интересная вещь получается. Нам антивирус GData подсказывает, что это Eobit, он его опознал. То есть это программа, которая у меня установлена. Это ее апдейт. Если бы не было этой надписи, я бы задумался насчет появления этой программы в компьютере. И скорее всего, ее бы удалил вообще. Но так как это относится к Eobit, я понимаю, что Eobit, Eobit, я понимаю, что это вот эта вот программа. Это ее апдейтер. В принципе, все остальные антивирусные сканеры здесь ничего не нашли. Вот. Поэтому я трогать не буду этот процесс, я просто его отключу. Так что, если вы установили эту программу, вполне возможно, у вас будет этот апдейтер. Как видим, программа позволяет нам осуществлять дополнительный мониторинг нашей системы, что не будет, конечно же, лишним. Вот. Так что пользуйтесь. Всем спасибо за внимание и пока.